вчера показывали по телевизору. Да, по телевизору показывали ее вчера. Тяжелюбная. Пошли. Мам, ты ничего. Вот так. Помощник какой у вас. Здравствуйте, меня зовут Абрамова Виктория. Согласно нашей семейной легенде, мой дедушка Митрофан Калинкин был владельцем какой-то большой собачки, неизвестной пока породы. И он эту собачку научил ходить самостоятельно в магазин, в лавку ближайшую, за продуктами. Научил собачку считать до 4. Собачка смотрела, чтобы нужное количество продуктов положили ему. Я решила повторить подвиг своего предка и научить свою собачку тоже ходить самостоятельно, практически, за продуктами. За тем исключением, что совсем одного его, конечно, не пускаю. И не учу считать, потому что этот паразит будет требовать гораздо больше, чем нужно. Паразита зовут Матвей. Порода он большой пудель. Зачем я переехала? Ну я еще почему переехала? Вот так вот. Привет. Когда будешь? Домой, домой, Матвей. Вот тебя. Грязь обходим, вон там. Идем. Умничка, пошли, пошли. Вот. Ну пошли. Обходим, обходим грязь, скорее. Хорошо. Идем. Домой. Умница, хорошо. Молодец.